По поводу ребенка, есть варианты имени? Нет. Я тут подумала и считаю, наш ребенок должен жить нормальной жизнью. Наш ребенок унаследует престол. Я училась в бесплатной школе, и я самостоятельно ездила на метро уже в 10 лет. Дадим определение нормальности вместе. Но никаких поездок на метро. К счастью для тебя, в Алдовии нет никакого метро. Один раз в 100 лет продляется мирный договор между Алдовией и Пенглией. Я первая королева, что его подпишет. Жители Пенглии довольно традиционны. Мы, королевы, можем осовременить традицию. Вы хотите модернизировать старую 600-летнюю традицию? Не те, кто следует правилам, делают историю. Могу я также предложить наши услуги? Я видел артефакт. Он выглядит невзрачно. Это бесценное произведение. Для меня огромная честь проводить церемонию подписания мира между нашими странами. Возможно, теперь его можно заменить чем-то более приятным на вид. Кто в этом дворце имел средства, возможности и мотивы? Если священный договор будет расторгнут, проклятие падет на королевского первенца. Если не подписать договор в канун Рождества до полуночи, проклятие сработает. Если мы не найдем его до рождественской полуночи, наш ребенок будет проклят. С этого момента поподробнее. Это длинная история. Акцент на слове «история». Я прилечу первым же самолетом. О, привези мне несколько булочек. Не суди меня за обжорство. Все будет хорошо. Не знаю, готова ли я быть королевой и мамой. Самолет готов к вылету. Вылетим, как только улучшится погода. Я знаю, ты не веришь в проклятие, но сейчас мне нужна твоя помощь. Все получится, по плану или нет. Нигде так не отмечают Рождество, как в Алдовии. В чем дело? Не могу дотянуться до тапочки. Позволь мне. Подошла идеально.